Более 60 ученых и специалистов в сфере аудита и бухгалтерского учета собрались в Тюменском госуниверситете, чтобы обсудить актуальные вопросы аудиторской практики. Для того, чтобы конференция была интересной, мы должны всем присутствующим предложить такие темы, которые были бы интересны и студентам, и преподавателям. И я понимаю, профессиональное сообщество бухгалтеров у нас с вами здесь присутствует. И всем должно, каждый должен в этой конференции найти для себя рациональное зерно. И еще такая мысль. Все профессионалы должны действовать сообща. На научно-практической конференции речь шла о взаимодействии контролирующих органов аудиторских организаций и аудируемых лиц, о международных стандартах аудита и о проблеме подготовки профессиональных кадров. Для нас, как финансово-экономического института, очень важно рассматривать именно вопросы экономической безопасности. И, наверное, вы в курсе, что в этом году у нас абитуриенты из всех направлений финансово-экономического института предпочли именно экономическую безопасность. 170 первокурсников у нас поступили, и вот сейчас обучаются у нас более 650 человек на экономической безопасности специалитете на нашем. По мнению специалистов, экономическая безопасность сегодня – это не просто внутренняя ревизия контроля-аудит, которую проводят специалисты на предприятии, но и выявление резервов и потенциала предприятия для его развития и получения максимальной прибыли.